мы заехали на сбор на УСБ «Динамо». Сбор наш будет длиться где-то 18 дней. Первый наш полноценный сбор. Мы посели с Димасиком, я. Вот наша комната большая комната. Клапан с печкой. Вот, тут еще балкончик, он даже есть. Балкончик играет. Балкончик. Вот такие у нас виды тут. Вот. Сейчас Андрея позовем. Андрей! 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 Остапи! Короче, он не хочет, чтобы выглядывать. Уже быстрее, чем на тренировке. Итак, короче, мы сейчас собрались на тренировку. Сейчас будем отправляться на тренировку. Время 3:52. Вторая тренировка. Там у нас по плану рвальная тренировка. По 2-3 минуты. Потом станочки, мячи, как мы все любим. И игровая хоккей. Let's go! Итак, надо отправиться на тренировочку. Ой, блядь, где совок? А, вон. Во. Вот тут Пашин, Миша, Леха. Народу чуть добавилось. Работаем теперь немножечко вместе. Вот так вот. Сейчас будет немножечко потихоньку. Полетели. На эти потом вот так сделаю. На эти потом вот так наша контрольная тренировка кроссом. В этот раз я выиграл Андрея Стапи на целых 2 секунды. Что скажете на Андрея на это? Ну, я как обещал, вот так сделал. Потом вот так сделал. Делай, да? Я, конечно же, сделал. Капец, он обещание, блин, держит. А вот наш новый персонаж. Миша Стрипко. Как прокомментируете свои выступления сегодня? Нормально, плохо. Довольны? Нет. Недовольны? Какое у вас место? Ой, не знаю, не смотрю, кстати. В следующий раз лучше пробежите? Да. Все, запомнили. Самочувствие, в принципе, сейчас такое неплохое. Как самочувствие как? Нормально. А у тебя, Андрей? Нормально, рабочий. Хорошее состояние. Mm-hmm. Сейчас пойдем в душ, охладимся и уже на обед. На второй у нас классика. Классика, конек же. Конек? Да. А, ну конек откатка. Спокойно, в принципе, уже быстрее читаем. Итак, сейчас у нас уже тренировка. Спокойно откатываемся в районе часа 15. Иди налево. Самочувствие после контроля хорошее. Все здесь, все тут. Вся элита Лора присутствует. Сейчас Сапчик. Сейчас. Вот, погоди. Let's go, motherfucker, baby! Не мусорить, видите? О, смотрите, у них две одинаковые панамки, Adidas. Вот это. Кто носит фирму Adidas, то в жизни по***ется. Куч-куч.
Gucci flip flops. Fuck you, hit your bitch and massage. Oh, Gucci flip flops, but to get it booty to die. Ooh, Gucci flip flops, chicken mug and egg in the ground. Take it. Наконец-то, блин, ё-моё, попытка 1500 чекинг. Дорогие подписчики, смотрите, как Тара сейчас правила прохождения на две руки вот так вот делаю. Учитесь, смотрите, это выход на левую. Йоу, еще раз, для тех, кто не понял, близко, вблизи. Для тех, кто не понял, показываю еще раз. Раскачиваемся чуть-чуть, вот раскачались. Ё-моё, так это... На уверенность. Мастер спорта по выходу на две. Миша Стрипко. А, мастер спорта number one, ой, да. Как там? Выход на две. Не, ЗМ, как там? КМС. Нет, выше. A few moments later. Короче, типа лучше мастер спорта. Ну-ка, сбоку показывай начало. Что-то не сделай, смотри. Что-то не сделай, смотри. Ё-моё! Так это просто мастер-класс. На уверенность. Это мастер-класс. На уверенность.